Ну что, кто рано встает, тому Бог подает. Поехали мы на рыбалку. Смотрите дальше. Мы на Хайландре ездили, вообще заебись. Вот он еще один рыбак. Попугаем еще по-честному. Всем привет. Да. Что, поехали на заправку? Да, сумка. Да. Так, сейчас подзаправим ласточку и двинем дальше. Тихо, дайте мне кофе. Главное меня тут не трогайте, нахуй. Блять, стаканчик, он поймешь еще откуда он пить, блять. Это мне больше всего убивает. Я даже не вижу. Я в 4 встал, блять. 4, блять. Покурил, то есть надо было. Конечный итог вдвойне еще. Так, ну вот мы добрались до озера. Рыбаков уже валом. Ну вот, 23 года прожил на Дальнем Востоке. И вот на зимней рыбалке впервые. Сегодня посмотрим, что мы там наловим. Говорят, клевать будет бешено. Ну, народу, смотрите, куча. Валера карася поймал. Слава там хочет рвануть джекпот. Че ты думаешь, если поплывок поправить, то клевать будет лучше? Все понятно. Так, ну пойдем проверим, как у Андрюхи дела. Андрюха, так, ты что тут браконьерские снасти раскидываешь, что ли? А как же этот самый крючок и червяк? Какой крючок, какой червяк? Так, это у нас... Это что у нас вообще? Чихонь. Чихонь. И карасик. На фаршировочку. Пойдет. Так. Ну и вот у нас поклевочка. Судачок. Продолжаем рыбачить дальше. Почему она сидит? Все, давай, давай, не, давай, доставай. Вот что у тебя? Лево раскрывается, блядь. Не, полтинников, что заебись? Опусти чутка. Все, поднимай. Вот он, о, карасик. Так вот скользко на Амуре, блядь. Скользко, нихуя себе скользко. Так, вот что-то походу меняется. Начинает заметать. Не знаю, выберемся мы отсюда или нет. Потому что подъем серьезный. Сопки кругом. Все ловят рыбу. Короче, час дня. Я думаю, килограмм 20 уже есть. Вот орлы сидят, кушают.
Рыбки, походу, рыбу оставили. Ну-ка, поднимай, Леха, нашу лодку. Надорвался, что ли? Вот это рыбы наловили. Ну вот мы, короче, отрыбачились. Все, едем домой. Примерно 60 кг рыбы взяли. Будем кормить соседей. Сами кушать. Ну и, как говорится, с вами можем поделиться только впечатлениями. Так выглядят дальневосточные просторы. Дорога и тайга. Поэтому приезжайте к нам на рыбалку. Будем ловить карасей. Как это? Судак. Что там это? Самое большее. Поймали. Чухонь, леха. Без фар вообще едет. Пропускают. Да кого-то вон бессмертный нахуй. Без фаров.